Алло, 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 это Одесса? Да, здрасте, здрасте, это за граница вам звонит. Откуда? Да, отсюда из-за границ. Что-что? Ну там, как нас вот по всему миру уже там мы есть. И что, песня об этом? Да, сейчас здесь сделаем. Слова есть, и какая-то там, кто-то музыку нам прислал. Сейчас вот. На Средиземном море жуткий зной, в руках бутылка с теплой водой. И на постилке среди местных магикан вдруг кто-то крикнет: это не фонтан. Детей одесских, ихних пап и мам пораскидала к разным берегам. Но в ресторане и на лесной тропе нас очень просто узнавать в толпе. О чем бы нас по жизни не спросили, мы вместо «да» всегда ответим «а» или. И даже под невзрачным трикотажем Одессы часть всегда мы носим в сердце нашем. Одессы часть всегда мы носим в сердце нашем. Большой театр в самом центре Вены, и тут во время очень важной сцены, когда графиню нежно сватает виконт, вдруг кто-то крикнет: слышь, он берет тебя на пуант. В Париже ярко ты зайдешь в музей, и прямо среди спальни королей, среди портретов знати и вельмож, вдруг кто-то крикнет: Жора, подержи мой макинтош таки. Ну вот да. А в чем бы нас по жизни не спросили, мы вместо «да» всегда ответим «или». И даже под невзрачным трикотажем Одессы часть всегда мы носим в сердце нашем. А о чем бы нас по жизни не спросили, мы вместо «да» всегда ответим «или». И даже под невзрачным трикотажем Одессы часть всегда мы носим в сердце нашем. О-о-о.